Владельцы иномарок в Украине теперь со своими автомобилями могут сделать так. Или так. Или даже так. А кто устал от общественного транспорта, сможет позволить себе хорошую недорогую иномарку. Так как с 1 июля в силу вступает закон, согласно которого акциз на иномарки уменьшается более чем в 10 раз. И теперь самые популярные автомобили будут стоить примерно таких денег. BMW 5 серии 2010 года выпуска обойдется вам в 21 тысячу евро. Volkswagen Golf того же 2010 года обойдется вам в 7500 евро. Honda Civic 2010 года с объемом двигателя 1.9 обойдется в 9000 евро. Audi A6 2.0 TFSI 2010 года 15800 евро. Opel Insignia 1.6 Turbo 2010 года обойдется в 12000 евро. Данный закон коснется и автосалонов, так как снижение акциза предусмотрено только для частных лиц. И поэтому в автосалонах цены на автомобили останутся прежними. И потребителю придется выбирать, покупать новый автомобиль в автосалоне, либо искать такой же с минимальным пробегом за границей. Например, автомобиль Volkswagen Golf 2015 года выпуска с двигателем 1.2 TFSI и пробегом около 20 тысяч, пригнанный и растаможенный с Европы, обойдется в 16 тысяч евро, в то время как в автосалоне за аналогичный автомобиль попросят 22,5 тысячи евро. Таким образом, экономия может составить 6,5 тысяч евро. Но помимо пробега, вам придется пожертвовать еще и гарантией, так как пригнанный с Европы автомобиль останется без ее.